К звездам, планетам, к мечте. В рамках выставки «Ближний космос. Эволюция мечты» свои двери открыла творческая мастерская Игоря Черноглазова. Подробности в сюжете. Наряду с уникальными арт-объектами известных мастеров, интереснейших экспонатов на космическую тематику, на этой выставке могут быть представлены и те, что созданы руками самих посетителей на творческих мастер-классах. В этом, пожалуй, ее главная особенность. Именно так здесь приближают к мечте. Я думаю, каждому человеку близка тематика космоса, потому что мы в нем живем, мы в нем общаемся, мы в нем ходим, мы летаем в самолетах. Это тоже, я думаю, космос. И мне кажется, что то, что человек может мыслить, это как раз-таки космическое чувство любого человека. В руках будущих дизайнеров, казалось бы, самые обычные материалы приобретали самые невероятные формы. Это должно было быть что-то связанное с планетами, но сейчас я понятия не имею, что это. Вероятно, должно быть похоже на какую-то часть космического корабля, может быть. У кого-то получались совершенно необычные персонажи, которым их создатели даже придумали имена. У нас почему-то сразу по прошедшему Хэллоуину возникла идея создать привидение. Мне очень нравится сам процесс создания нашего произведения. Его зовут Толик. Организаторы утверждают, что на этом все самое интересное не заканчивается. Творческая программа выставки включает в себя три мастер-класса. Первый происходит сегодня, а два других будут 28 и 29 ноября. Первый мастер-класс 28 ноября проведет художник современного искусства Олег Тыркин, а 29 ноября у нас мастер-класс будет проводить Михаил Сидлин. Это преподаватель школы фотографии и мультимедиа имени Родченко. Вот первый мастер-класс Олега Тыркина будет посвящен электронному искусству. Можно будет попробовать поучаствовать в создании коллективной работы, которая потом будет показана на выставке. А Михаил Сидлин проведет мастер-класс по фотографии. И фотографии тоже будут на выставке представлены. Ну а принять участие, в общем-то, может любой желающий. Расписание мастер-класса будет у нас на сайте. Один британский писатель сказал, что мечты – это не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. А на этой выставке каждому мечтателю выпадает шанс стать ближе не просто к космосу, но и к своей мечте. И кто знает, может, именно вашей мечте суждено сбыться. Екатерина Задовская, Александр Симонов, новости Муром.